5 сентября прошел единый день безопасности. Сотрудники ГИБДД Ленинского городского округа в автогородке в Центральном парке провели тематическое занятие. Участниками стали первоклассники из 7-й школы. Начинаем дежурство возле школ, соответственно, также проводим уроки, занятия, чтобы детей вернуть, так сказать, в городской режим и привить им более безопасное поведение на дорогах. Чтобы ребятам легче было усвоить информацию, занятия провели в игровой форме. Педагоги напомнили школьникам о правилах безопасного поведения на улице, рассказали о важности соблюдения ПДД, объяснили, как правильно переходить улицу, как передвигаться на самокате по городу, чтобы не попасть под машину. Вот все. Пошли. Дети очень часто повторяют за взрослыми, и поэтому нужно как можно чаще проводить беседу с ребенком. Классный руководитель 1-го В-класса Оксана Краснощекова ежедневно напоминает своим ученикам о правилах безопасности на дороге. Когда они уходят домой, мы обязательно за 5 минут до конца учебы, то есть последнего урока, обязательно говорим детям, как они переходят дорогу, как они смотрят, куда смотрят, на какой сигнал светофора и так далее. Также с учащимися начальной школы регулярно проводят классные часы и встречи с сотрудниками госавтоинспекции. Только так в постоянном повторении ребята начинают уверенно и безопасности передвигаться по улицам города. В конце ребятам подарили светоотражающие значки и показали, как ими пользоваться. А что знаешь правила дорожного движения? Кто тебя учит этим правилам? Мама с папой. Я просто все видела и запоминала. Где ты видела? Ну, по всему же городу такие правила движения. Юлия Стаферова, Кирилл Иванов, Екатерина Давлятова, Видное ТВ.